Печенье, похожее на пряники. Приготовлено на огуречном рассоле. Сейчас покажу состав. Полстакана манки, полстакана рассола. Смешиваю. 2 столовые ложки сахара. 2 столовые ложки растительного масла. У меня сегодня подсолнечное. И ванилин. Ставим на 15 минут для набухания. Нужно взять 1 стакан муки. Нужно просеять. Вот такой у меня стакан. Вон у меня один. Вот такой у меня стакан. Только грецких орешков моей выпечке не помешают. Будет еще вкуснее. Достаточно даже 3 орешков. Ну, я возьму, сколько мне не лень. Я добавила цедру апельсина. У меня была сушеная, перетертая в блендере, измельченная в блендере. Можно мандариновую, можно лимонную цедру, а можно и без нее. В рецепте нет, но так вкуснее. Соды. Тесто прекрасное. Не жесткое, мягкое, хорошее получилось. Вот из полстакана рассола, полстакана манки, пару ложек сахара, пару ложек растительного масла, чайная ложка соды. В прошлый раз была корица, сейчас ванилин и цедра апельсина. Можно лимона, можно и не добавлять. Вот сколько получилось. Я даже взвесила, получилось 0,5 килограмма изделия. Прянички, печененьки. Хорошенькие, вкусненькие. Еще в серединку положила немножко вареница. Показать. Разрезала. Вот хорошо получается. Съедобно.